Рассмотрите иллюстрацию. Какое действие совершают девочки? Прочитайте запись под картинкой. Говорить, убеждать, спорить, спрашивать, шептать, болтать, обсуждать. Что объединяет эти слова и чем они различаются? Все эти слова близки по смыслу, связаны со словом «говорить», но отражают разные смысловые значения. Говорить попусту, очень тихо, с убеждением, задавать вопрос и так далее. Все эти слова отвечают на вопрос «что делать?». То есть все эти слова представлены в неопределенной форме. Что значит неопределенная форма глагола? Неопределенная форма глагола – начальная форма глагола, отвечает на вопрос «что делать?». Потренируемся. Прочитаем текст, найдем глаголы и запишем их в неопределенной форме. Дождик крапал, моросил, припускал, стучал, косил, ливнем лил, стеной стоял, барабанил, травы мял. Олег Григорьев. Какую картину нарисовал поэт Олег Григорьев? Картину дождя. А какие слова помогают представить дождь? Крапал, моросил, припускал, стучал, косил, лил, стоял, барабанил, мял. Это глаголы. Поставим их в неопределенную форму. Крапал. Что делать? Крапать. Моросил. Что делать? Моросить. Припускал. Что делать? Припускать. Стучал. Что делать? Стучать. Косил. Что делать? Косить. Лил. Что делать? Лить. Стоял. Что делать? Стоять. Барабанил. Что делать? Барабанить. Мял. Что делать? Мять. Что мы узнали о глаголе неопределенной формы? Неопределенная форма глагола, начальная форма глагола, отвечает на вопрос «что делать?».